ставьте вот такие жирные пальцы, лайки. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю летнее, очень быстрое, вкусное блюдо, которое понравится всем, кто следит за своей фигурой. Это будут шашлычки из баклажанчиков. Очень просто и очень быстро. Главное, чтобы были хорошие угли. Чтобы баклажанчики очень быстро приготовились, я делаю на них вот такую нарезку сеткой. Тогда жар будет быстро в них заходить, и они очень быстро приготовятся, и не успеет шкурка у них сгореть и обуглиться. Также я делаю и изнутри вот такую сеточку. В эту разрезики, в эти разрезики будут очень хорошо заходить те ароматные пряности и приправки, какие я сюда буду добавлять. Летний чесночок очень нежный, поэтому я его положу побольше. Хорошенечко поливаю растительным маслом. Баклажаны на гриле – одно из самых моих любимых блюд. Я у тебя стройная? Да. А все это потому, что я кушаю баклажаны, жареные на гриле. Это правда. Теперь я слегка солю каждый баклажанчик. На соль намного легче, вернее, на масло намного легче ложится соль. Так. В самих овощах уже достаточно природной соли, поэтому здесь нужно только чуть-чуть, чтобы больше подчеркнуть вкус. А вот здесь, в этой баночке, у меня густая шрирача. Это гуща, которая остается от того, когда я делаю шрирачу. Она очень острая, но в то же время ароматная. Поэтому я буду ложить сюда по чуть-чуть, чтобы только добавить пикантности самим баклажанчикам. И вот в эти разрезики хорошо туда забиваю чесночок. Из пряностей я буду использовать зерна кориандра, совсем чуть-чуть зиры и розовый перчик. Я эту смесь пряностей уже немножко растолок в ступке, и теперь буду посыпать баклажанчики вот так по чуть-чуть. Вот. И все готово, ждем, когда прогорят угли. Угольки уже почти прогорели, и я протираю решеточку, она прогрелась, все лишнее с нее выгорело, стала красивая и хорошенькая. Теперь я смазываю решетку растительным маслом. Баклажанчики. По центру еще слишком много жара, поэтому сначала по краешку, пусть немножко угольки еще разойдутся. Красота!
Баклажанчики уже готовы, а дегустацию будет проводить самый лучший в мире фитнес-тренер, моя любимая Танюшенька. Спасибо, Андрюша, что передал мне слово. Я сегодня продегустирую свое любимое блюдо. Это поистине шедевр. Конечно же, вы со мной согласитесь, что лучше баклажана летом еще никто ничего не придумал. Поэтому я приступаю к дегустации. Баклажанчики готовились на гриле. Здесь шрирача. Шрирача – это острая приправа, суперострая. Здесь чесночок, также острый ингредиент, который очень хорош для нашего пищеварения. Поэтому, если вы любите баклажаны, а они очень в себя впитывают масло при жарке, лучше, конечно, жарить на открытом огне, на решетке, либо же запекать в духовке. Ну, запах чудесный, потому что пахнет лесом, пахнет костром, пахнет просто чудесно. Сочный, мясистый, остренький, практически не соленый. Это хорошо. Меньше соли, лучше будет. Класс. Я баклажанчики люблю без каких-либо еще дополнительных мяс, овощей, не дай бог картофеля. Поэтому готовьте вместе с каналом «Вкуснее, чем дома». Я его полностью подменяю, так и подменю. Подписывайтесь на канал «Вкуснее, чем дома». Ставьте вот такие жирные пальцы, лайки. Ссылочка вот здесь внизу, а рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на канале «Вкуснее, чем дома». И помните, кухня – это самое спокойное место. А подписываться не сказала? Сказала.